Ամանորին ընթարաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր, Վենուս Էլեկտրոնիկ, խանութ սրահներում։ Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте поблагодарить вас за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Остаются, конечно же, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остаются очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – вопрос статуса Нагорного Карабаха. И мы, конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу. К сожалению, сегодня нам не удалось и решить вопрос военнопленных. И это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос. И мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Но мы считаем, в частности, что конкретно восьмой пункт нашего совместного заявления, к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению. Но должен сказать, что то заявление, которое мы сегодня подписали, действительно очень важен. И не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности. И мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению, но, как я сказал, к сожалению, в течение одной встречи невозможно решать все вопросы. Я надеюсь, что мы будем дальше продвигаться. И для нас, хочу еще раз подчеркнуть, что главнейший вопрос на данный момент – это гуманитарные вопросы, вопросы обмена военнопленными, которые предусмотрены пунктом 8 нашего совместного заявления от 9 или 10 ноября. Спасибо.